Насчет НАТО я сомневаюсь, что и НАТО вообще сейчас до Карабаха какое-то дело. Если только не считать, что Турция член НАТО, безусловно. Но Турция тут действует совершенно самостоятельно. Я не знаю, у меня нет таких прямых сведений, но исключать, конечно, никак не могу, поскольку внимание, как говорится, всего человечества отвлечено на Украину. Если будет нападение непосредственно на миротворцев, то это уже получается, да, война с Россией. Это конфликт на границе с собственной Арменией, то тут я регулярно говорю об этом, все зависит от масштабов конфликта. Если это очередная мелкая стычка за один квадратный километр, то, конечно, России тоже не до этого. Если будет что-то крупномасштабное, ну тогда, конечно, у России возникают проблемы, потому что ей сейчас тоже совершенно неохота иметь вот этот фронт с Азербайджаном, но с другой стороны есть УДКБ. Карабах, то все-таки столкновение с российскими миротворцами для Азербайджана не очень интересно. Тогда Азербайджан делает себя врагом России буквально через месяц после подписания соглашения о союзничестве. Все-таки это несколько странно было бы с его стороны. Алиев до сих пор мне не казался самоубийцей.